Очередная посылка из Китая. Тут написано что-то про аксессуары для компьютера. Ну, посмотрим, что за аксессуары. Что это за аксессуар? Это мышка. Я купил себе мышку. Вы не поверите, я купил себе мышку. Тоже какой-то интернет аукцион. Называется Logo 2.4. В магазине неохота было покупать. Думал, возьму себе. Мало ли, ноутбуков у меня хватает. А тачпадом возиться неохота. Мне понравился дизайн. Ой, какая лепота. Вот наподобие вот такой вот фигни я покупал, как же называется, Евросеть за 1000 рублей. Ну там получалось, как покупал. Просто ой, нифига себе. Тут две батарейки ставятся. Обалдеть. Разориться можно. Ну, сразу говорю, на такие вещи. В общем, мышка интересная. Цена у нее, кстати, там 200 с копейками, 205 рублей у меня была. Сейчас акция идет, там 17 часов осталось. Ну, так якобы у нее цена 1000. Кнопочки все ровненько выполнено. Видно, что качественная сборка. Все нормально нажимается. Скролл нажимается. На скролле такая резиновая есть накладка. Тоже удобная. Ну, такой дизайн, типа под металлик. Такие блестюшки. Один у нее минус. Даже не батарейки, то что две. Это наоборот хорошо. А вот этот вот переключатель включить-выключить. К сожалению, данный переключатель, он немножко задевает. Если у вас коврик есть, то будет в самый раз. Но на нем будет собираться грязь. Вот я вот по столу повозюкал. Немножко деформированный стол, то есть рельеф есть. Кнопочка вот эта вот задевает. Ну а так, для игроков, в принципе, на третьем варианте самое то. Это примерно 800 DPI, если я не ошибаюсь. К сожалению, метронома у меня нету, DPI-шника. Ну, мне, в принципе, это не надо. Как бы мне очень нравится. Кликается все отлично. Так что, если вам интересен, можете посмотреть по ссылочке, перейти. И на этом все. Всем спасибо. Всем пока.